Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева впервые посетила Ульяновскую область. Обменяться опытом по защите бизнеса и продвижению предпринимательства собрались представители бизнес-индустрии Ульяновской области и Москвы, а также юристы, представители производственного сектора, индустрии гостеприимства, консалтинга. Москва готова делиться опытом, но и наши лидеры мнения, предпринимательское сообщество, эксперты, адвокаты, которые являются общественными омбудсменами, руководители общественной приемной, они также готовы брать опыт Ульяновской области, учиться у региональных предпринимателей, каким образом здесь, на земле, выстраивается диалог с властью. В планах у московских представителей завязать тесную дружбу с региональной властью, руководителями общественных организаций и бизнес-ассоциаций. Как отметила Татьяна Минеева, инвестиционный климат в регионе сейчас в отличном состоянии. Начиная с 2017 года внедрить механизм, некий онлайн-реестр, доступ к которому есть у прокуратуры, у уполномоченного и у органа региональной власти, где в режиме онлайн отражаются все данные по контрактам, по которым имеется задолженность. Анализируя ежемесячно эту информацию на своем сайте уполномоченного, представляю антирейтинг муниципальных образований и органов государственной власти, которые должны бизнесу. Гендиректор Ульяновского центра компетенции развития промышленности Игорь Рябиков рассказал москвичам о потенциале региона и о преимуществах ведения бизнеса на его территории. К примеру, для бизнесменов действуют пониженные налоговые ставки. Нанять здесь высококвалифицированные кадры просто. Они стоят не очень дорого, и вы будете делать с ними успешный бизнес. Для реализации проектов, бизнес-проектов, промышленных проектов в Ульяновской области созданы все необходимые условия в плане площадок. У нас есть и особые экономические зоны, территории опережающего развития. Разговор вели не только о развитии бизнеса, но и защите прав предпринимателей и финансовой поддержки. Обсудили работу во время пандемии. В непростой период проблемы у бизнесменов одинаковые, поэтому важна консолидация усилий. Алина Тихонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.